Компании ИЛ-Авиастар в ближайшие 3 года нужны 2500 новых сотрудников. Наиболее востребованы токари, фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ и мастера производственных участков. Наращивание серийного производства ИЛ-76МД-90А – ключевой проект Объединенной авиастроительной корпорации в сегменте транспортной авиации. Чтобы кратно увеличить объемы производства, в том числе в рамках кооперации ПМС-21, ИЛ-114-300, нужны новые производственные мощности, прежде всего, по механообработке и привлечению высококвалифицированных кадров. Привлекает работников УАК ежегодным ростом заработной платы и хорошим соцпакетом. Кроме губернаторской ипотеки, областное правительство помогает с подготовкой кадров, создает инженерные классы по авиастроению в гимназиях и школах. Также в регионе развивают технический колледж по программе «Профессионалитет». Больше новостей в нашем телеграм-канале «Новости промышленности».